с этим перерывом сборной, как травмированы, не в оптимальном состоянии. Многие были по приезду, многие собрались позавчера, вчера. Ну и где-то очень нервозно играли. Многие связи где-то не так, как хотелось. Создавали моменты в первом тайме, 2-3 момента во втором, но нервозность присутствовала, тем более в связи с последними неудачами. Благо, забили вовремя мяч во втором тайме где-то. Ну и концовка была напряженная. Для нас, значит, немножко хорошо, что все так закончилось. Сыграл ли на руку, то, что Шахтёр выпустил полурезервный состав, как ты думаешь, наверное? Ну, я думаю, какая-то роль была в этом отношении. Но команда мне понравилась по движению. Команда Шахтёр, я имею в виду, и агрессия была, там все, видимо, все-таки вот это, что как полурезервный или какой состав, все-таки находится нормальное сочетание. Я желаю Шахтёру вот сейчас в ближайших вот этих международных играх, они уже много для Казахстана сделали в этом году. Желаю удачи прежде всего в таких матчах ключевых. Сейчас они защищают не только свою клуб, но и честь Казахстана, поэтому хотелось пожелать удачи, хорошей игры. Андрей, еще вопрос не такой. Мне довелось еще вживьем видеть команду «Кайрат» в 80-е годы, когда это Никитенко, Бердыев и Быкин. Вот я заметил, это тот футбол и этот футбол, небо и земля. Вот сегодня я, например, как болельщик, не увидел страсти на поле, борьбы, мастерства футболистов. Вот вышли, как будто обе команды отбывали номер. Вот с чем это связано? Или это осень, усталость, знаю, и наши все-таки просто прагматичный футбол? У нас были неудачные игры. Наша команда, я сейчас за соперника не говорю, наша команда после вот этого всего, то, что у нас были последние игры такие скомканные, с «Динамо» Киев все-таки попали под пресс, значит, мы, в общем-то, немножко сбавили. Тут я с вами согласен. Поэтому здесь все-таки немножко психологическая сторона присутствовала. И после игры с Павлодаром, где мы просто где-то неудачно провели матч, пропускали голы в начале матча, где-то сегодня была задача не пропустить. Мы вот с этой задачей справились, ну и нам где-то удалось все-таки забить. Матчи раз бывают, но у нас были очень хорошие матчи. Очень. Даже с «Динамо» Киевом проигранным матчем дома. Просто здесь психологическая сторона, важность очка, очков, вернее, победы. Мы же у нас задачи, поэтому сегодня из-за чрезмерной психологической нагрузки, такой психологического давления, у нас не все получалось.